Премьера сезона. У нас все было хорошо, все было замечательно. Я люблю ее. Когда отношения зашли в тупик. Почему же вы бросили этого прекрасного мужчину? Константин изначально обозначил, что он хочет семью и брак. То, что вы его любите, это Игорь еще ни к чему не обязывает. Когда остается последний шанс для того, чтобы сохранить свою любовь. Страшный человек, потому что он никого не любит. Я не завидую, никогда я презираю таких людей. Женщины не давали вам того, что имеет он. Когда один хочет расстаться, а второй пытается сохранить отношения. Видишь это кольцо? К черту. Когда в ситуации разобраться бывает не так просто. А корову я тебе из-за денег не прощу. Вы пришли к нам в студию, чтобы сказать ему: не бросай меня. Скажите это сейчас. Не бросай меня. В пятницу на ТВ Рус.